перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Фак. Привет, привет. Здорово. Здорово. Эй, 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 эй. Еще ниже, еще ниже. Охуенная картина. Очень крутая картина, полите. Царица и ее женихи называется. Царица. Это царица. Фак. Привет. Привет. Эй. А молния не застегивается, к сожалению. Что это? Как это убрать? Дерьмо. О. Фильтр. Да, у нас один рабочий телефон на двоих. Дерьмо с камерой. Полное дерьмо. Пизда в ЕКБ, я надеюсь. ЕКБ скоро. Мы зашиваемся. Все окей. Сейчас был концерт в Ульяновске. Все круто прошло. Белый. И ты белый или черный? Я белый. Да, да, буду возить в Штаты на ремонт. Я слышал, там хорошо ремонтируют Apple технику. Они всегда вовремя ее сдают. Так что да, по-любому. Альбом Кизару. Альбом Кизару, как альбом Кизару. Привет. Здорово, здорово. В Саратове понравилось. Нам везде понравилось, где мы были. Не было еще ни одного города, где было бы как-то не очень. Даже если человек мало, то они отдаются. Все по кайфу. Да ничего. Как вернуть билет? Откуда я знаю, как вернуть билет? Связывайтесь с, не знаю, с, где покупали билет. Вы же не у нас берете этот билет лично. Что думаешь о концерте в Ижевске? Да все круто прошло. Привет. Вот Краснодар, да. Краснодар мы тоже ждем. В Краснодаре круто будет. Привет. Заберите меня в Россию, Юля. Заберите меня в Балаково. Здорово, сынчик, пиздовать на ваш концерт или сэкономить, чувак. Но если ты размышляешь еще,
идти или сэкономить, то я думаю, ты не очень хочешь идти. А когда фотографии скинут? Да скоро должны скинуть. Я так больше не могу. Дай мне дробовик. Заберите меня в Россию. Ха. А. Когда клип? Когда клип? Скоро. Coming soon. Соси писун называется. Но я надеюсь, скоро. Будет ли фит с тем и с тем? Не знаю я, будут фиты. Может, будут фиты, может, не будет. Кто его знает, чувак? Такое дело, сам понимаешь. Ай. Уфа на связи. Ха. Фидук. Какой фидук, чё? Что вообще, блядь? Ой. Почему решили маски поменять? Да мы их не поменяли, у нас будет много масок. Мы хотим прийти к тому, чтобы у нас их было очень много, а не одна. Чтобы не было привязанности к какой-то одной маске, допустим. Чтобы они всегда менялись, это им гораздо интереснее, чем привязываться к какому-то одному сценическому образу. Так же круче будет, ёпта, согласитесь. Но если не согласны, то ну хуй знает, что вам сказать. Сделай фит Suicide Boys. Хорошо. Что-то мы раньше об этом не подумали. Я сейчас задумался, кстати. Нужно ли написать скриму? Эй, привет, чувак. Мы тебя байтим. Давай фит. Вот, послушай пульсар. А, блядь. Фидук. Почему фидук? Что за жесть? У меня что, гитара? Я не умею на гитаре играть, чуваки. Я бы хотел научиться, конечно, на гитаре, но, блядь, может, попозже. Тогда можно фидуком называть. Мы сейчас вот только после лайва в Ульяновске. Сейчас откисаем немножко. Почему? Почему у тебя короткие волосы? Не растут, потому что у меня волосы не растут. Еще какой-нибудь вопрос. Что-нибудь еще тупее этого вопроса, можно? Да, будем делать, спасибо. Покажи лицо. Оп. Показал лицо. Вы в Тулу собираетесь? Блин, но вся же информация есть в паблике. Вы посмотрите просто информацию. Все есть же. Зачем вы здесь спрашиваете? Вы туда собираетесь. Даже написано все. В Тулу, да. 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 Блять. А следующий город? Ай, бля, не помню, какой следующий город. Что-то в Сибири, по-моему. Через несколько дней. Через день. Из настоящих... Да, маска из кожи. Спасибо, Шуля. Ждем, Юлия. Ждем в лесу. Черный-черный лес. Черный-черный лес. Тулик приютишь без летучих мышей. А нам нравятся летучие мыши. Охуенно. Нам в номер залетела летучая мышь. Да, пиздец. Следующий город Челябинск. В точку. В точку. А, были ли какие-нибудь ситуации на концертах? Не, пока все круто проходит. Без каких-то... пиздецов, все окей, без трешов.
смешно. Комедия. Я пошел кофе. Прошу. Виски. Пиво. Это Ван Дамм, нахуй, и этот в одном флаконе, блядь. В каком флаконе? Ну, типа, в одном фильме. Блядь. Ну да. Жестко вообще прям. All Stars. Он будет судом. Ясно. Он обречен. Заткнись, он тебя услышит. Доктор Хейнс. Короче, какой-то дерьмовый Wi-Fi. Похуй. Не знаю. Вообще не вижу ничего. А, нет, невозможно. Разби просто здесь. Он становится сильнее. Прокнично. Только этого не хватало. Во. Я чувствую себя тупой студенткой. О. О. Привет. 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 Очевидно. Здорово. Привет. Привет. Не, он все равно, короче, Wi-Fi говно, чуваки, блядь, в отеле, уебищный какой-то Wi-Fi. Ульяновск, кайф. Как тебе Ульяновск? Ульяновск заебись, ребята. Мы в байкерском клубе выступали, вполне заебись, очень даже. Че, здорово, динозавры, ёпта. Тебе знакомо это камень? Бля, какой-то жесткий боевичок тут смотрим с Ван Даммом. Вообще просто трэш. Из 90-х. Ух. Не за что за охуенный концерт. Привет из Крыма. Бля, доедем скоро до Крыма, ёпта, ждите. И разъебем ваш полуостров. Покажешь белого. Братан, у тебя что, там тоже Wi-Fi хуёвый? А может быть там с опозданием, блядь. С опозданием, возможно. Жестким опозданием. Чё Тольятти разочаровал? Нихуя, ни один город, чуваки, нас не разочаровал. Все города охуенные. Везде все пиздато прошло. Триколор, да, у меня, походу, по жизни. Не могу никак оператора поменять. Предан просто Триколору. Сделайте жест филиалов. Братан, если сделал жест филиалов, то чем мне членом камеру держать, блядь? Он же двумя руками делается. Делай одной. Одной, типа, как ты, как ДСПшник, блядь. Блядь, чувак, не шути про... Го в Харьков. Сейчас. Ну, бля, братан, я бы в Харьков сам приехал, но, к сожалению, но что? Я не могу, потому что у меня запрет во въезд на Украину. О, как к Шуле относишься? Ебать вопрос, конечно, охуенно отношусь. Просто душа. Салют, Шуле. Салют, Шуле. Что-нибудь нормально хоть спросите, ёпта. Ты хуйню какую-то пишете, здорово там. Такие интересные вопросики. Во сколько у тебя голос сломался? Не знаю, во сколько у меня голос сломался, но психика, мне кажется, лет 16 у меня сломалась. Новые стрижки? Какую ты хочешь мне стрижку, бро? Типа, какая ты мне посоветуешь? Стиль от мастера? Ты, наверное, стрижешь? Возможно, к тебе записаться можно. Какую приставку, братан? Триколор? Я беру с собой всегда в туре приставку. Я как приезжаю в гостиницу, заебашиваю. Чтоб пиздатый интернет был. Ну, конечно, блин, в Ижевске было мало людей, но было круто, типа, базару ноль. Байкерский клуб. Пушка. Передавай привет черному. Конечно, вот привет ему, он так далеко от меня. Привет. Постригись, говорит тот. Ну, братан, блядь, типа. Слышь, постригись, ёпта. Конечно, постригусь. Кончики подровняем, чтобы не секлись. Вы из Тулы, спрашивают. А, Шерлоки Холмса. Почему вы не исполнили Enter the Void в Ульяновске? Ну, братан,
Ты бы сейчас попросил нас исполнить какой-нибудь самый первый трек, там, который мы записали, спичи минус 3, такой, ебать, чё бы и не исполнили его. Как тебе IC Shine 666? Я не ебу, кто это, чувак, к сожалению. Значит, никак. Ну, Дима вандал обещает меня постричь, братан. Походу, ты жесткий вандал. Ты, наверное, лысый еще. Когда мерч, братан, мерч, он уже продается, понимаешь? Просто не все могут купить. Новый альбом СБ, заебись, вы уже спрашивали. Глаз на маске, но он пришит и обшит, короче. Слышали песню Киркорова? Какую именно, бро? Я слушал много песен Киркорова за свою жизнь. С Басковым? С Басковым, да, вот Ибица, да, охуенный трек, хитовый очень. Красится, а в какой ты мне посоветуешь цвет покраситься? Черный, возможно? Белый. Белый, может быть. Да не, не буду краситься, бро. Клип, когда выйдет, скоро. Немножко терпения. Не заебались ли мы в туре? Да нет, не заебались. Ну так, если только слегонца. Когда качаться? Качаться под что? Под наши треки? Да всегда. Или что ты имеешь в виду? На свай, бро. Бро, на свай я в школе кидал, знаешь, типа был. И все, на этом мой контакт с на свай закончился. Прям очень странный вопрос там про новый стиль музыки, я его не понял, бро, не могу ответить. Кого на данный момент слушаю? Да дохуя кого. Сам пиздатый российский рэпер, это Янг Трапа, пацаны. Ну, на мой вкус. Если вам интересно. Сколько мерч на концерте стоит, бро? 1300, бля. Можешь больше дать. Так, что-то про Спайс там спрашивают, ужас. Были ли на концертах обдолбанные? Блин, да нет, блин, чувак, типа, какие обдолбанные? Понимаешь, типа, мы всегда на трезвом движении на концертах и в жизни. Так, все здоровы. Болею ли я? Ну да, что-то в последнее время у меня часто, блядь, простуда, нахуй. Возможно, вы посоветуете мне, что мне заваривать, чтобы мне ее не было. Зверобой? Наркотики употреблял, пацаны, типа, может, на поинтереснее вопрос? Это как, типа, а ел ли ты, ёпта, свинину, нахуй, или говядину? Что больше любишь? Говядину, если честно. Да, через маску удобнее дышать, чем через балаклаву, пацаны. Вот я могу в носу даже поковыряться, смотрите. Девочка, которая на 12 лет приходит? Да приходит, наверное, как-то. Прям не замечал, но... Приходят, я думаю. На концерте Рифм на одном болел, короче, я на концерте Рифм. А у меня ангина была, сука. Конечно, я не веган, ребята. Я жру мясо каждый день, блин. Похуй не ругались, только мы никогда сильно не ссорились. По телеку какой-то... Это боевичок с Ван Даммом, короче, и с этим, блядь, с Лумагрантом, или как его. Короче, блин, вот это из 90-х, там, трэшовый кетчуп вместо крови, суперэффекты. Чай с травками пей, говорит, хорошо. Я вот с ромашкой пью чай, пацаны. Надеюсь, вам нравится мой выбор. Покажи маникюр. Бро, в туре, кстати, маникюр что-то у меня не идеальный. Возможно, вы мне сделаете маникюр? Салон откроем, пострижем меня, маникюр сделаем. Что-нибудь еще. Отбеливание ануса. Но мы и так угораем. Так, что там происходит?
Давайте ебашьте интересные вопросы. Мерч, братаны, не, ну он кончился именно в туре, блин, в этом блоке, нахуй. К сожалению, мы не можем с собой брать отдельный вагон, ёпта, контейнер мерча, который едет за нами. Шаут-аут с Праги, Прага шаут-аут, обожаю Прагу, ребята. Егор Летов, заебись, чуваки, Егор Летов. Рот зашили? Чё-то не зашили вроде. Покажи номер, бро. Тут картина вон есть, смотри, в номере у нас. Опа, современное искусство. Неопрятный какой-то, говорит этот, по опрятности, короче. Я неопрятный, только что из душа вышел, волосы мокрые. Неопрятно. Джигрина, кстати, не послушал новый альбом, пацаны. Наверное, стоит. Я раньше... Давай, старые треки. Да, старые треки. Ну, вот раньше я жестко ценил Джигрина, когда был Райдер Клан. Что-то потом однообразно достаточно. Не, мы одногодки, барин, если тебе интересно. Ульянов, заебись, чуваки, охуенный город и охуенная публика. Поездка в какой город больше всего запомнилась? Не знаю, во все города заебись, ребята. Купил бы мерч, но шли деньги на VIP-билет. Братан, в следующий раз купишь. Копи деньги. Братан, мы не покупаем, нам подгоняют его. Нирвана? Вот, кстати, чуваки, типа, Нирвану особо никогда не слушал. Хотя понимаю, что это классика, типа, там, гранжа всей хуйни, но что-то не заходило прям так, чтобы я оценил ее. На удельную приезжайте. Да, на рынке, в секонд, там у вас на удельный пиздатый секонд. Привет со Львова. Привет, блядь, со Львова. Да, будет меньше в Москве, я думаю, в Москве уж точно. Киркоров, опять заебали про Киркоров. Тут фан-база Киркоров, что ли, тусуется? Да, металкор, дедкор, это все я слушал, чуваки, прям очень жестко в одно время. В всякой мерчухе такой гонял, блядь. Летом приедем, конечно, на раймшоу, если нас заблокируют, чуваки. Где наши грилзы, блядь? Дома, в коробочке. Чё за тишка, пацаны? Ну вот, посмотрите и узнайте. Я думаю, вы догадаетесь. Фит. С кем фит? Новые треки, блядь, скоро, пацаны, будут. И девчонки. Синглы, потом альбом. Ждите. Погуляем, блядь. Ну, погуляй. Сходи. Наверное, тебе понравится свежий воздух. Зачем маски сменили? Очень оригинальный вопрос. Не жарко. В этой маске, кстати, не жарко, ребята. Не-не-не. Ну, блядь, чуваки, типа, а почему я не ношу грилзы? Может, я их них еще и жрать должен, чтобы там, блядь, не знаю, остатки еды, блядь, забивались в них. Ну, просто не ношу. Когда хочу, тогда ношу. Когда не хочу, тогда не ношу. Как мы по городу ходим? Голыми, ёпта, конечно. Челики. Вон, тут уже Ян Коннор пишет, там, Хилли Билли Гэнг. Раскусите яйцо и запишите на видео. Как мои тексты пишете? Я сажусь, короче, такой, и пишу, блядь, чувак. Футболку с Джейсоном где купить? Нигде, братан. Как вам альбом Кизару?
Пакуем стиль с детства. Мне больше всего трек понравился. Чем занимаемся за день до концерта? Другим концертом. И на следующий день, блядь, еще одним. Почему мы не можем выступать в Украине? Потому что мы выступали в Крыму, и дорогие власти этой страны запретили нам выступать там. Многоуважаемые власти. Многоуважаемые, даже я бы сказал. В натуре. Трек-лист микса, который играл, блядь, перед концертом, пацаны. Я думаю, вы его нигде не возьмете. Кому даст Кизару поебал? Нам? Ну, блин, я же сказал, что мне его понравился даже трек. Я думаю, Олег не обидится. Леща, может, только даст. Ну да, такого отцовского чисто. Бля, ты чё, долбоёб, или кто там пишет, что нет Ярославля? Пацаны, вы зайдите в паблик. Вот, смотрите, меня уже заебала такая хуйня, что люди, блядь, не умеют читать, блядь, да? Типа, вы же все в школе учились, да? Ну, я надеюсь, как бы все люди, да, учатся в школе. И там учат вас читать. И вы, ебать, заходите, когда в паблик, вы можете прочитать какой там список городов? Типа, вы спрашиваете, а будет ли в этом там Мухосранске, допустим, концерт? Да блин, дофига где будет, и в Ярославле уж точно будет, даже я это помню, пацаны. И также про другие города можно сказать. Был ли я в армии? Охуенный вопрос, кстати. Не был, блядь, чуваки. Не знаю, блин. Может, там и весело, конечно. Ну, что-то хуй знает. Будет ли фиток с кем-нибудь с Запада? Будет. Не скажу с кем. Ты под насваем? Не, бро. Приедем ли мы еще в Дмитровград? Сложный вопрос, но если приедем, то не раньше следующего года. Альбом Suicide Boys, господи, сколько можешь спрашивать? Заебатый альбом. Да ты сука, кто-то пишет. Да я сука. Охуенно. Он просто полнейшая. Фотки с концерта выложат? Да скоро, блин. Мы вот хотим понатягивать фотографов, сейчас понапоминать им, которые тянут с фотками. Все будет, ребят, не волнуйтесь. Просто встречи были заблокированы. Да, еще были встречи в ВКшке заблокированы, сука. Из-за этого мы не могли как бы все оперативно выложить. Думаю ли когда-нибудь показать лицо? Не знаю. Возможно. Или яйцо, или лицо. Не решил еще, что первее покажу вам. Да, если хотите клип побыстрее, купите Фукси новый ноутбук, хули. Задонатьте, блядь, на ноутбук, ребята. Подсказываю вам идейку. Покажи лицо в Краснодаре на концерте. Охуенная просьба. Да, я вот и жду Краснодара, чтобы показать там свое лицо. Почему-то вот мне именно в Краснодаре это хочется сделать. Кровосток заебись, отцы. Конечно, я к ним охуенно отношусь. А Сишанин, пацаны, я не знаю, кто это вообще. Чего вы спрашиваете? А Сишанин, это ваш кореш какой-то, что ли? Так, сколько лет вам, ребят? Конфиденциальная информация. Козу костями, бля, показал. Почему я не скрываюсь в ВК? Ну, пацаны, блин, типа... Я что, долбоёб, новую страничку вообще там создавать? Может, мне их еще несколько сделать? Покажи яйцо на концерте в Краснодаре по-братски. Я вот в туре не могу побрить, как бы... Не могу показать вам такое волосатое яйцо. Нужно подготовиться к этому, понимаешь, получше. Трагедия обернулась ограблением супермаркета Кейси. Вооруженные преступники...
Как к коннекту отношусь? Это же вроде кировская тусовка, да? Охуенно отношусь, пацаны, молодцы, локальный движ развивают. Респект. Шаут-аут Максу. Скинь ссылку, начинается вот это, блядь. Конечно, я уже кинул. Может, вам еще и адрес скинуть? Приезжайте, хули. Потусуемся. Ладно, и заебали, парни. Я вас всех, конечно, и девчонки. Вас всех очень люблю, целую, обнимаю, но я очень хочу есть. Поеду где-то, я поем. Му. Обнял, поцеловал, приходите на концерты, покупайте билеты, слушайте наш музон, сучки, динозавры. До свидания. Блять, не